Всем доброе утро. И как вы видите, по пустым коробочкам мы вчера пробовали эти штуки. И это было зашипись как классно. Маша, они до тебя добрались. Птицы прилетели к ванной. Они обычно сюда не прилетают. Так, может, их надо прогнать, чтобы они не привыкли к тому, что сюда можно летать? А что им тут неплохого могут сделать? Тут ничего неплохого не могут сделать. Ну, тут картины все время стоят внизу, помнишь? Правда? Птички. Я у них спрашиваю, они же хорошие. Ага. Расскажи мне, пожалуйста, как у тебя сегодня ощущение кожи? Тон лег офигенно. Не надо. Маша, один. Нет. Один. Ла-ла-ла-ла-ла. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Вот же ж, блин, вернемся к теме яйца. Магазинного яйца. Вот я сейчас разбила яйцо, отделила желток, тихо тоже, от белка. И что же мы видим? Прямо посередине экрана, в одном из видео, где я рассуждала на эту тему. Так, птички сказали, что вот эта штука, это какой-то там, блин, как там, что-то там называется, то, что соединяет желток с белком. Ну вот это вот, это же явно зародыш. Вот он даже красненький, с кровиночкой. Так, я кого-то сейчас... угрею чем-нибудь. Тоша, лайма. Ну вот это вот. Это же явно маленький нерожденный цыпленок. Зародыш, который мог бы развиваться, если бы яйцо было в инкубаторе. Либо под курицей. Так что, почти во всех магазинных яйцах есть зародыш, который мог бы развиваться. Потому что там, где есть несушки, попадаются петушки, которые их оплодотворяют. Даже там, где курицы сидят только для того, чтобы нести яйца для магазина, для продажи. Вот так вот. Теперь 2 минуты без остановки еще, да? Да. Чтобы я все лицо... Нет, чтобы вот этой штукой делать массаж для... для меня. Ну, а если сделать так? Он работает по-другому, работает... Разбираемся с этой штукой. А это заряжается, смотрите. Пока мигает. Тоже вот первая зона прошла. Да. Ну что, ну загорится она. И это значит, будет работать уже какими-то импульсами, которые... Какие-то импульсы должны идти, которые проникновению кремов, сывороток. Вся вот эта сторона способствует проникновению сывороток. Вот это вот для очищения. И мы вчера вечером очищали, и офигеть, просто действительно все ороговевшие клетки куда-то делись. И даже у Маши поры на носу стали светлее. У нее вечно там проблемы с этими черными точками. А вот эта сторона, это от мимических морщин, работает на креме. То есть умылся, потом смыл этот гель весь, которым вот это вот чистишь. А потом наносишь крем и вот этим уже прикладываешь. И делаешь такой массаж по массажным линиям именно с кремом. И импульсы способствуют проникновению крема глубже. А эта штука от прыщей. Она сейчас заряжается, когда перестанет мигать, будет просто светиться, значит, она зарядилась. Ее хватает на 7 месяцев использования. Короче, там очень много, 450 раз или что-то такое. Когда включаешь, здесь такой красный луч и прицел. А ну, иди сюда. Ружьем сейчас убьешь кого-то. Нет, он сейчас включенный. А ну, вытащи. Опять мою волосатую ногу снимаешь. Вытащи зарядку. О, ужас. О, смотрите, видите, прицел. На прыщик такая наводишь. И так тынь. И начинается тоже вибрация. 30 секунд где-то. Нет, оно тоже 15 секунд где-то. О, смотрите, Машины волосинки. Да. Подсвечены. Я говорю, ребята, просто как бы завидуйте. Чему? Моим гладкошерстным. Ей за что тепло. В общем, я вам скажу, я вчера так сделала на свой прыщик, который внутри зрел и такой болючий был. Я понимала, что это будет. Только сегодня он вылез. Мой тоже зрел и тоже вылез. И сейчас он болит, потому что вылез. Но я сегодня опять его убью, и завтра он уже будет мертвый. Покажи, какой, о каком прыщике. Как тут не заметить? Вот, давай мы сейчас... Не, накрашено. Когда ты смотришь... Ну и что? Класс. Ничего страшного. А вот встань. Иди сюда. На свой макияж. Ну иди сюда. А я не накрашенная, сейчас могу себе сделать. Я еще до сих пор не накрашена. На, Маша меня сейчас снимет, как я делаю. Это наша еда. Ставь. Она уже сильно нагрета. Ей надо...
чуть-чуть остыть надо. Не надо. Надо. Мне тут плохо видно. Я выключила что ли? Включен. Хочу хлеб с майонезом. Хлеб надо резать. Маш, я не вижу в камеру. Вообще не видно это. Ну, блин, сделай мне, на. Иди сюда. Что? Давай, иди. Нет, сначала показать надо. Видите, вот какой. А он был такой вообще внутри, просто болел сильно. Вот так сделала несколько раз. Выглядит, как будто бы в каком-то фильме «Терминатор». Знаете, когда что-нибудь там, как будто этот... Я вчера тут между бровями засвечила, я стою такая, чисто держу эту штуку. И я захожу. Фейспал, мама заходит, такая, да, подзаряжаюсь. Да, точно, вроде бы подзаряжается. И, в общем, сегодня утром стою, а он такой уже такой беленький, такой смачный. Но я решила его все равно не выдавливать. Думаю, добью его этой штукой. Или надо было выдавить. Все, это 15 секунд прошло, и потом можно еще раз сделать. Надо, еще раза три надо. Три раза надо? Или чем четыре? Больше прыщ, тем больше надо его светить. Типа, чем жестче он, ну, чем страшнее. Ну, вы поняли, это все синоним. А крем никакой не надо на него накладывать от прыщей, типа, одновременно с этой штукой? Нет. Мы еще почитаем? Не это. Надо. Ну, ссылки на эти штуки мы уже оставим, потому что реально классная штука. Да, Маша? Тебе понравилась штука или нет? Она вчера в таком восторге пищала там просто. У меня кожа как попка младенца. У меня посветлели мои черные точки. Мама, она волшебная. Сегодня говорю утром, расскажи. Но у меня нет настроения. Ага. Что? Испортила мне его. Испортила тебе настроение, что сказала, может тебя отпросить от пуантов? Зачем это вот это грабление? От пуант. Гробить свои пальцы, ногти. Она говорит, так а мы добровольно согласились, нам предложили, что хотите, можем вас научить на пуантах. Мы все сказали, да, хотим. Я говорю, господи, а зачем? Есть возможность научиться, почему нет? Зачем портить себе пальцы, мучить свои стопы? Для чего? Чтобы потом все равно не заниматься балетом, потому что занимаюсь современной хореографией. Ну, короче, и из-за этого Маша прям так разозлилась на меня, прям такая вообще злая стала, типа, мама, ты ничего не понимаешь. Что за психи? Я ж тебе как лучше хочу. Я не настаиваю, я просто предложила, она начала на меня псешить. Я не настаиваю, вы слышали это? Вы бы ее видели в тот момент. Это был человек, который мне ничего не настаивал, я ж просто интересуюсь. А что я настаиваю? Нормальный вопрос. Почему ты так реагируешь? Ты сейчас утрируешь, не так все было. А что это за подача у нас интересная? Это как будет? Это мне? А это тебе. Ага, ты мне будешь отсыпать? Я тебе по как это, каждому по потребности, от всех по возможности? Да. Так, доставай помидоры. Ну нет, их резать надо. Можешь не резать, просто достань и помой. Как яблоко? Да. Мама, когда уезжаете, становлюсь продуктивной. Вот когда мама рядом, я ничего не делаю. Ну, у тебя будет продуктивное время скоро. Ура! Что ты в него смотришь? Открывай нижнюю полку, там помидоры. Помидоры! Ой. Да, вот это помидоры, правильно. Молоко вот у Яготинское, оно уже там скисло давно. Оно там уже прижилось. Вчера, то есть еще нет. Ага, понятно. По дате должно было скиснуть вчера, но еще не скисло. По опыту. Что это? Помидоры надо помыть. Зачем? Это, кстати, у нас новая зубная паста. Кстати, очень классная. Она... Очень мне понравилась. Купила в новую. Нет, в Сильпо купила. Colgate. Какой-то новый. С лимонным вкусом, освежающая. Ну, короче, очень классная. Правда? С
Ссылку не оставим, потому что нет ссылки. А вот на вот эту штуку и ту ставим. Там вообще очень много всего интересного. Там зубные щетки классные. Я вообще на тот сайт пошла за зубной щеткой, а в итоге заказала вот эти штуки. А что она ну, потому что она там дорогая. А у нас хорошие. Да, это тоже, но оно уже классное, но действительно нужное. А зубные щетки можно и попроще. Режь помидоры. Нет, не режь. Нет. Да. Ты, если ты не будешь, то хватит. Я съем два. Я съем пол. Пол? Хорошо. Что ты там рассказывала? Ты не тот нож взяла. Нож возьми другой. Сейчас включу. Спасибо. Не люблю я вот эту задачу, вот эту включи телек. Сегодня Классичка нам сказала, что типа она нам дает время до конца октября, чтобы определиться, действительно ли мы хотим пуанты. Если за этот месяц мы поймем, что это все слишком сложно и нам это не хочется, и мы не хотим, то она сказала, окей, обижаться ни на кого не буду, типа давайте... Тогда просто не будем, мы будем продолжать заниматься туалет, как себе обычный урок класса там. А потом будет то, большая что... распродажа по полцены пуант? Да, то что никто не заставляет на этих пуантах танцевать, это была наша инициатива. И... Но вы сегодня на них танцевали? Да. И но как? Сегодня было легче, но мне все равно больно стало довольно быстро пальцы. Именно. Покажи пальцы, они у тебя еще не изменились. Все с ними хорошо. Я очень переживаю, потому мне что... Мне все хорошо, мне не было... Ну, я не хочу, чтобы у меня была дочь с кривыми пальцами. Давай, да я уже шучу, ну ладно, все, ну. Мне не было сложно вот это все делать, типа вскакивать и так дальше, это все реально. Но мне быстро устают ноги, больно начинает быть очень. Она сказала, что, типа, может быть, мне надо... Кажется, твой вот этот мизинчик, он стал другим. Мама, нет, с ним ничего не будет. Вот что вот это торчит? Мама, вот эти косточки будут расти. Так понятно, ты же на двух пуантах. Боже мой, напишите ей в комментариях, чтобы она меня не трогала с этими пуантами. Сейчас они тебе напишут, чем грозят пуанты. Потому что все написали мне, как их надо разбивать и как их надо разминать, я знаю. Я еще только молоточек не нашла. У нас нет молотка. У нас нет молотка. Я когда читала эти все штуки, в двери как засунуть, и надо двери прижать, и пуанты, да. ты вообще капец. Но это слишком сломается, я потом стоять на них не смогу. Ну, короче, я знаю, я их разминала руками, обстановки, пуант, все окей. И мочила разминала тоже. Но у меня просто стопы не привыкли, и плюс узкий стаканчик. И у меня пальцы немного как бы некомфортные там внутри. А пуанты по размеру были либо большие на меня, либо эти. Взяла эти, а в них мне не очень комфортно. Но типа я привыкну, их надо еще больше разбить, и все будет хорошо. Но пока что мне типа мешает только то, что мне больно. Я не могу долго заниматься, потому что у меня начинает темнеть в глазах. Класс. Ах, кто это у нас опять тут хомячит? Эми, средь белого дня. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормальные хомячки в это время, между прочим, спят. А Эми у нас вся в Машу хомячит. Маша, иди, это твоя родственница, смотри. Запихивает полные щеки. Маша, слышишь? У тебя бузы. Бузы, как за это мило. Моя девочка, холос. Кушай, не отвлекайся. Маша, привет. Хорошо, передам. Где? Что ты делаешь? Увеличиваю губы. Ты думаешь, это работает? Угу. Я надеюсь. Мне так приятно. А ну, убери. Они уже больше? Они краснее. А что ты смотришь? А что я могу смотреть? Глупый вопрос. А я еду на почту. Какая-то пришла посылка на Укрпочту. Маш, я скоро приеду. Когда приеду, посуда должна быть помытая. Нет. Да, я тебе позвонить за 10 минут до того, как я зайду. Нет. Потому что если я зайду, а все так же, то будет ноль. Мою вниз. Мені так подобається, коли вона каже, ліфт прямує вниз. Представляєте, посилка лежить з 20 августа. В місяць
уже больше месяца лежит посылка на почте. Мне только пришло уведомление, написано, что повторное, видимо, где-то пропустилось предыдущее. Никаких смс-ок на телефон не приходило. Сейчас поеду узнаю, я даже представить не могу, что там. Перший поверх. Дякую. Какая хорошая штука навигатор. Вот все-таки. Как мы раньше без него жили? Вот вводишь в него там магазин. Или аптека. И он ищет то, что ближе всего. Обожаю эту штуку. Обожаю, как это работает. Сейчас... А, кстати, съездила я на Укрпочту. Оказывается, наша посылка... Посылка наша уже уехала назад в Китай. Да. Китайцы не указали наш номер телефона, мой номер телефона. И поэтому посылка лежала-лежала. Почему-то мне оповещение не пришло с почты. А там были, когда-то мы с Машей заказывали, кстати, видео об этом снимали. Гирлянды Маша заказала с Китая. Они так и не пришли. И мы решили, что китайцы нас обдурили, а на самом деле просто нам уведомление не пришло. Китайцы как провтыкали телефон написать. А пока была на Укрпочте, позвонила Маша, такая говорит: мама, мне пришло уведомление с новой почтой, заедь, забери мою посылку. Я заехала, забрала. В обратную сторону пробка, а мне нужно еще в аптеку. Поэтому я решила пройти до ближайшей аптеки. Нашла ее в навигаторе, тут буквально 3 минуты идти пешочком. Я решила пройдусь. И вот иду. Уже сейчас приду. Скоро. А потом поеду домой. А там в другую сторону просто все стоит. Просто все стоит. То есть я свои там 1,5 километра буду ехать минут 20, я думаю. Может быть, оставить машину и пройтись. Ну, правда, потом не хочется за ней, вдруг дождь. Буду ехать. С навигатором или без, все равно приходится у людей спрашивать периодически. Подсказали мне, как пройти к той аптеке, которую мне навигатор показал, типа, ты уже пришла. Я смотрю, вокруг нету никого. Девушки спросила, говорю, где тут аптека? Она рядом какая-то любая. Сказали, идите туда. Так. Надеюсь, что сюда. Нашла аптеку. Нашла заодно базарчик и магазин рыбацкий. И тут есть, смотрите, что тут есть. Сюда я буду приходить за червячками. Летом. Когда я снова буду ходить на рыбалку, я теперь знаю... Потому что у меня была мысль такой, где тут червяков, интересно, накопать. Не буду же я копать тут червяков. А в магазинчике можно купить. Классно. Купилась немножко в аптеке. Ой, что я купила, Что ты до сих пор губы массируешь? Ничего себе, подушечка. Ой, я нашла, где иголки хранить. Угу, наконец. Смотри, ты когда-то видела у меня часы? Нет, а, и да. У меня будут. Ну, да, ты будешь тоже носить часы? Ты научишься что-то определять время по стрелкам? Нет, я просто их буду носить как аксессуар. Будь, как у тебя будут спрашивать, который час очень часто. Не знаю. Что тебя сподвигло заказать часы? Увидела, и мне они сразу очень понравились. Как одевать часы? Я еще так долго не ехала с почты домой. Маша мне начала звонить, говорит, я волнуюсь, ты где? Я говорю, стою напротив дома, можешь видеть меня в окно. Видите? Вот да, я только что оттуда. Оденешь ты уже их сегодня или нет? Они как-то регулируются, вот эта штука должна двигаться, но я не понимаю как. Короче, они мне нравятся, но я не понимаю, как регулируется ремешок. Я им написала, они должны мне объяснить, как это делается. Надеюсь. Если нет, я их им верну. Ну вообще, это типа не настоящие часы, это Rosefield. Они вроде как, ну, нормально должны стоить, но это не типа оригинал. Это просто... Ну да, это я хоть посмотрю. Это просто красивые часы. Ой.
Угу. Сюда должен вставляться специальный ключ, которого нет в наборе, который делает так, он открывает эту штучку, и она придвигается. В наборе такой нету. Игра престолов. Все исправит. Хочу кушать. А кушать нечего. Надо готовить. Маша, кстати, помыла посуду, брала вещи. Моя зайка. Молодец. Смотрите, как Маша готовит ужин. А где то, что пахнет вкусно? Сижу я и думаю, что же там так пахнет? Что же там так пахнет? А тут у нас вареники. Маша, с чем вареники? Вареники с чем? Это будет сюрприз. Подписывайся на канал В. Виктория.